Уважаемые коллеги, спешу сообщить, что 14 апреля 2018 года в Симферополе по адресу Севастопольская 62, 418 аудитория пройдет тренинг «Безопасность детей в интернете». Дети живут в очень сложное время. Они живут в развращающем информационном мире. Родители, как правило, теряют управление над детьми, поскольку не являются авторитетом. Весь этот комплекс вопросов мы с вами разберем в алгоритмах поведенческих реакций, в родительских стратегиях, в том, как реагировать на те или иные проявления жизни и как управлять судьбой своих детей, ну, насколько это возможно. Этот тренинг посвящен практическим навыкам пап и мам. Приглашаю всех заинтересованных лиц по всем условиям, как, куда, чего, куда звонить, кому обращаться в подписи под этим видео. Прошу писать в комментариях случаи из жизни вашей семьи или других семей, задавать вопросы, мы будем разбирать непосредственные кейсы того, как управить сложные драматические ситуации в ваших семьях. Такое вот объявление. Спасибо за внимание.